Полба, полудикий сорт пшеницы, известна с древних времен, является прародительницей современных сортов пшеницы, отличается большим содержанием полезных веществ, хлеб из нее особенно вкусен и полезен. Испечь хлеб из полбы не сложнее, чем из любой другой мюки, единственное, что надо знать, такой хлеб не будет слишком пышным, а как его испечь, в этом помогут пошаговые рекомендации. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. С вечера подготовьте опару, для этого в теплую воду добавьте стартер, закваску, я использовала пшеничный стартер Levita Madre. Добавьте полбу. Хорошо размешайте, накройте крышкой и оставьте для брожения в теплом месте на всю ночь. Вкуснее тем, кто подпишется. Утром в емкость для замешивания теста влейте 235 мл теплой воды, добавьте щепотку дрожжей, соль, сахар, размешайте. Выложите опару, льняное семя, влейте 2 столовые ложки растительного масла. Просейте всю муку. Заместите тесто миксером в течение 3-5 минут. Подпылите мюка и рабочую поверхность стола, выложите тесто и еще немного вымесите руками, сформуйте хлеб. Выложите хлеб швом вверх в рассточную корзину, если такой корзины нет, то можно уложить так, как на фото, на специальную ткань или полотенце, хорошо присыпанное мюкой, а с боков подложить валики из кухонных полотенец. Можно хлеб прикрыть концами этой ткани, оставьте хлеб для подъема в теплом месте на 2 часа. Перед выпечкой сделайте несколько надрезов поверху хлеба, выпекайте первые 10 минут при максимальной температуре 240 градусов, затем понизьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 40-45 минут. Готовый хлеб выложите на решетку и дайте ему полностью остыть. После того, как хлеб остыл, его можно пробовать, он невероятно ароматный и очень полезный. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Продукты и их количество, далее. Вода, 385 мл, 150 мл, для опары, 235 мл, в тесто. Пшеничный стартер, 15 грамм, пшеничная закваска Levita Madre. Мюка из цельнозерновой полбы, 300 грамм, 150 грамм, в опару, 150 грамм, в тесто. Мюка пшеничная цельнозерновая, 250 грамм, 210 грамм, в тесто, 40 грамм, на подпыл стола. Соль, 1,5 чайных ложки. Сахар, 1 чайная ложка. Смесь сортов льняного семени, 1-2 столовые ложек, или другие семена, например, тмин, кориандр, подсолнечное семя. Дрожжи хлебопекарные, 2 грамма, свежие. Растительное масло, 2 столовые ложки. Количество порций, 6-8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.